Сегодня около 8 утра на 183-м километре автодороги Югра в Октябрьском районе произошло столкновение автомобилей Honda и КамАЗ. На оперативных кадрах видно, что КамАЗ от столкновения перевернулся на бок и почти вылетел с дороги. У Honda полностью снесло кузов. Полиция сообщает, что в результате ДТП водители и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Следственно-оперативная группа продолжает выяснять причины и обстоятельства происшедшего.